Приветствую любителей певчей птицы. Вы на канале Дневник птицевода. Приятного просмотра. Сделал я для канареек вольер. Вот такой получился. Размер 1 на 1,10 м. Глубиной 43 сантиметра. Здесь у меня есть сверху, чтобы подлезть к гнездам. Вот сделал я такую посередине перегородку. Тут можно было гнезда смотреть. Здесь сделал снизу дверку и сверху также до гнезд. Все, поймал я в клетку. Тут три самочки канарейки, чиж, щегол и зеленушка. Первым буду запускать щегла. Сейчас поймаю еще, покажу. Вторая самочка кинорейка. Она тут уже общипана, ей пощипали лысину. Я и брыл, когда брал, уже она была немножко общипана. Щегольчик летает уже. Вот такая красота. Буду надеяться, что получится у меня получить потомство. Продолжаю ловить. Это взрослый дубль. Так же. Взрослая зеленушка. Сейчас поймаю самочку канарейку. Это лимонная самочка. Сейчас тоже пущу ее. Пока запустил три самки и канарейки. Сейчас остался мне чижика поймать. Сейчас я его поймаю. Тоже взрослый. Все, смог я сделать вольер. Теперь буду наблюдать, смотреть. Щегол уже сидит на одном гнезде. Дубль, зеленушка на другом. Канарейки пока снизу. Ну, это просто как бы они залетели. Подписывайтесь, друзья. Думаю, сюда еще одну пару можно будет посадить. Ретла и канарейка. Чтобы здесь было 4 пары. Насыплю покушать. Я вам покажу. Сделал я для них две кормушки. В одну кормушку я буду зерно давать. Во вторую минералы. Надо песка насыпать
немножко ракушечника, плюс немножко там сухой глины. И также добавки. Костная мука у меня есть. Немножко серы. Насыпал я минералов. Не знаю, как канарейки такое едят, не едят. Но попугаи едят. Ракушка. Мясокостная мука. Еще с какой-то там, я уже забыл, смешанная. Сера. Песок крупной фракции. И глина сухая. Все это я смешаю и буду давать птицам. Точнее, канарейкам и певчим птицам. Вот что у меня получилось. Я все ложкой перемешал. Поставим птичкам, пускай кушают. Кинаречником. Три ложечки, да? И немножко семечек подсыплю. Сейчас покажу вам. У меня есть в ведре разнотравие чистое, без каких-то добавок. Чистое разнотравие. Семена луговых трав. О, ложка. И немножко семечек. Буквально десяток. И воду поставлю. Буду пока этим кормить. Поставил я кормушку. Пускай кушает. Не знаю, как получится, не получится, но сам вольер мне очень нравится, как я сделал. Канареечка уже успела искупаться. Вольер просторный. Для трех пар. Максимум 4 пары здесь можно. Сейчас будут петь. Вторую сетку буду обязательно делать. Зеленушка поет. Но это не та зеленушка, которая была на видео. А зеленушка в вольере. Дал я покушать им уже на новом месте. Канарейки сразу пошли кушать. Всем спасибо, друзья, что смотрите. Подписывайтесь. До следующего видео. Сейчас давайте просто понаблюдаем немножко.